он был священником и жил во времена первого русского нашего царя Михаила Федоровича. Сочинял очень много, но играет его сейчас мало, в основном вокалисты. Между прочим, он был учителем Александра Скарлатти. А сейчас прозвучит фугетта ля минор Джакомо Кавесини. А затем будет наимоднейший композитор Антонио Диабелли. Он был современником Бетховена, и некоторые считали, что Диабелли гораздо мелодичнее, чем Бетховен. Сонатина соль мажор. Кавесини фугетта, Диабелли сонатина, исполняет ученица 5 класса Диана Ковалева. Работал церковным органистом, то есть он сопровождал службу, и часто во время службы Бах играл, иногда даже импровизировал на тему хорала, который будут петь. Хорал – это песнопение на текст псалма, то есть это программная, конкретная музыка по поводу какого-то события, по поводу вот этого текста. И сейчас прозвучит одна из многих хоральных прелюдий для органа в обработке бузони, скорее всего, в обработке бузони для фортепиано. Хоральная прелюдия ля минор. А исполнит ее ученица 7 класса София Веселовская.
Композитор пушкинских времен Фридрих Кулау, сонатина номер 2, исполняет ученица 3 класса Ульяна Леонтьева. Thank you.
аплодисменты жидкие, они свидетельствуют о том, что вы, наверное, устали. Но в свое время Мария Викторовна Юдин, великая пианистка, говорила слушателям, что вы пришли не просто слушать, вы пришли работать, и вы участники концерта. А участие какое? Внимательно слушать и громко аплодировать. Это наша слушательская работа. Муцио Клементи гремел по всей Европе. И когда были соревнования, вот представляете, Моцарт, кумир, соревнуется с Муцио Клементи. Соревнования устраивает какой-нибудь король. И многие слушатели знатоки музыки отдают предпочтение именно Клементи. И соревнуются по двум разрядам. Кто лучше играет, кто лучше сочиняет. Кто лучше играет на клавесине, кто лучше играет на органе. И вот Клементи иногда побеждал. Он оставил после себя очень много сочинений, но в какой-то момент перестал сочинять и стал продавать рояли. И превратился в очень богатого человека. До сих пор его музыку мало играют, но играют, между прочим, великие пианисты, в том числе и Владимир Горлиц. Сейчас прозвучит одна из сонатин Клементи. Младшему современнику Клементи Анри Бертини, французу, повезло гораздо меньше. Он написал очень много музыки, но кроме его этюдов, а свыше 500 этюдов, почти что ничего не играют ни великие пианисты, ни средние пианисты. Сейчас вы услышите сонатин номер 4 Муцио Клементи, первую часть, и этюд номер 7 Анри Бертини. Исполняет ученица 4 класса Анна Максимова. Thank you.
это звучит. Музыка, которая не предназначалась ни для какого концерта. Автор был бы очень удивлен, что эту музыку играют и великие пианисты. Можно вот то, что сейчас прозвучит, можно прийти домой и послушать. А как это играл великий Глен Гульд? Или менее замечательная пианистка Татьяна Петровна Николаева? И многие-многие другие. Это трехколосные венции. Бах писал для своего старшего сына Вильгельма Фридемана. Вот так получилось, он даже не думал издавать. Что-то так понравилось, что издали, а потом играют дети, дети, потом взрослые, взрослые. Прозвучит трехголосная инвенция Иоганна Себастьяна Баха номер 11. Исполняет ученик 6 класса Константин Наумов. Пьяный дуэт в составе София Веселовская, 7 класс, и Аурора Гостева, 7 класс. Thank you.
Больших и великих пианистов XIX века. Количество его сочинений где-то около 1000. Если у вас есть какое-то любопытство, посмотрите там на всяческих сайтах. Скажем, Геннадий Николаевич Рождественский и Постникова, Виктория Постникова играют отдельные пьесы для фортепиано 4 руки. А у Черни есть музыка и для 6 рук, и для 8 рук, и множество сочинений. Есть романсы, такие романсы не отличишь от многих романтиков. А есть, я совсем недавно слушал, 24 прелюдии и фуги. Ого-го, какая замечательная музыка. Никто не слушает и не играет. Ну, потому что у нас еще много впереди времени. Это для будущего. Может быть, лет через 100 начнут играть и ту музыку. А пока этюды. Опус 299, этюд номер 21. Исполняет ученица 7 класса Дарья Яновская.
Прекрасная музыка Карла Черни. И этюды, если их хорошо сыграть, это настоящие художественные произведения. Сейчас прозвучит этюд сочинения 740-е, номер 37. Исполняет ученик 7 класса Михаил Крючков. Сочинение испанского народа, а записал и сформировал все это Михаил Иванович Глинка. А второе произведение вообще замечательное, про которое можно рассказать целую лекцию. «Сирень». Вот этот вот романс, который вы уже слышали, это Сергей Васильевич Рахманинов посвятил своей жене, даже еще невесте. И заработал за один этот романс деньги достаточно для того, чтобы поехать с женой в заграничное путешествие. Так, во всяком случае, пишут в некоторых книжках. Глинка, андалузский танец. Сначала сирень. Рахманинов сирень. Глинка, андалузский танец. Исполняет фортепианный дуэт Дарья Яновская, 7 класс, и Михаил Крючков, 7 класс. Thank you.
Из оперы «Друг Фриц» исполняет лауреат Всероссийского международного конкурса Анна Гнесюк. Партия «Фортепиано» Полина Зеледовская. Thank you.
Чайковский, Ариоза Иоланте из оперы Иоланта. Испанская серенада «Сердце открой» сочинил серенаду Жорж Бизе. Thank you.
на бис. Ой, ты рожь. Thank you.